Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Очень сильно поругались с молодым человеком из-за того, что я выпил алкоголь. Он совсем не пьет. Написал, что мы расстаемся, чтобы я собирала свои вещи. От работы домой не пришел, утром признался, что мне изменил. Я знаю, он очень сильно злится, когда я выпиваю, но это выводит его из себя. Но разве это причина ходить налево? Сказал, что мы расстались вечером, он не хотел со мной ничего общего иметь, но в итоге хочет быть рядом и совершил глупость. Если смысл прощать, поводов никогда не давал для ревности, только первый раз и, возможно, правда, на эмоциях. Спасибо. Ну, я думаю, прощать, не прощать, вы решите сами, конечно. Но в целом я бы и рекомендовал вам поисследовать тему созависимых отношений и созависимости. То, что вы описываете, очень напоминает созависимость. Смотрите, вы пишете очень сильно, поругались с молодым человеком из-за того, что я выпил алкоголь. У меня такое ощущение, что вы ругались с ним из чувства вины перед ним. То есть, когда вы выпиваете алкоголь, вы чувствуете вину. Это уже является тревожным признаком для развития алкогольной зависимости. Соответственно, вам необходимо обратиться к наркологу, проверить, если у вас алкогольная зависимость, и если есть, то принять необходимые меры для ее реабилитации. Психологический аспект алкогольной зависимости, или лучше сказать, возможно, алкогольной зависимости, тоже необходимо исследовать. Потому что алкогольная зависимость есть свои причины. Вот вы пишете, что я выпил алкоголь, да? Вот. А, значит, в каких случаях, как вы это делаете? То есть вы выпиваете алкоголь, когда и чтобы что? Вы пишете о том, что вы знаете, что молодой человек злится, когда вы выпиваете. Это его выводит из себя. Тем не менее, все равно это делаете. Итак, сейчас молодой человек изменился, но вы знаете, что его выводит из себя тот факт, что вы выпиваете. Все равно будете выпивать. Если так, то он опять будет злиться. И ссоры будут возникать. Да, не только поэтому. В том числе и из-за вашего чувства вины, которое возникает, когда вы выпиваете. Если бы чувство вины при выпивании алкоголя не возникало, то не было бы ссоры, молодому человеку бы меньше это из себя выводил. А в настоящей ситуации происходит именно такая история. Здесь я мог бы заметить, что выпивание алкоголя – это же оральное поведение. Оральное поведение – это поведение, направленное на получение любви. То есть получается, что вы таким образом компенсируете недостаток любви к себе. То есть вы себя не любите, то есть что-то вы себе не принимаете. Вероятно, пройдя психотерапию и встав на путь принятия себя, вам уже не нужен будет так сильно алкоголь. Отказываться от него никто не запрещает, хотя бы потому, что... отказываться от него никто вам не говорит, потому что, запреты не действуют. Если человек хочет, он это будет делать. Если человек не хочет, этого делать не будет. Поэтому наша задача лежит не в том, чтобы запретить вам пить алкоголь, а чтобы вам меньше хотелось самой это делать. В идеале, чтобы вы выбирали его пить, а не оказывались перед необходимостью, безысходностью его потребления. Вот. Так что здесь очень важно вот эту вот историю, конечно же, тоже рассмотреть. Я думаю, что и вам, и молодому человеку нужна психотерапия. Ему своя, вам своя. А вот, пожалуй, как-то так. Что касается смысла прощать, то мне кажется, что вопрос, в принципе, поставлен неверно. Потому что у прощения практически никогда нет смысла. Человек либо может простить, либо нет. Человек либо чувствует в себе возможность простить другого человека, либо не чувствует. Или человек сейчас не чувствует в себе возможность простить другого человека, но через какое-то время, через 2 дня, через 3 дня, через неделю, через месяц, может быть, через полгода или даже год,
почувствовать эту возможность в себе и его простить. Что такое прощение? Прощение – это принятие. Это принятие того, какой человек. То есть, по сути, для вас это означает, что простить значит принять, что человек злится, когда вы выпиваете. И его злость выводит его из себя настолько, что он совершает действия, о которых потом жалеет. Еще очень важный момент заключается в том, что вы, употребляя алкоголь, почему-то выбираете себе такого парня, который вообще не пьет. Это очень интересный момент. Как бы здесь не было, не было взаимного перекрестного желания. Молодой человек с вами потому что хочет выпить, а вы с ним потому что пить не хотите. Как минимум нужно в разговоре, если вы решили быть вместе, как минимум нужно в разговоре узнать, а что вообще-то говорят, так его сильно злит в том, что вы выпиваете. Что его злит? В чем предмет и корень его злости? Нет, ни в коем случае не обвиняя, ни в коем случае не обесценивая, ни в коем случае не запрещая человеку чувствовать то, что он чувствует, но постараться его понять. Так же, как вам необходимо понять себя, что для меня алкоголь, почему я ставлю алкоголь, например, выше, чем своего мужчину. Нет, само собой, что речь идет не о запрете употребления алкоголя. Нет. Речь идет немножко о другом. Речь идет о том, что вы, зная, что ваш молодой человек будет злиться, все равно алкоголь употребляется. Это говорит о том, что вам, что либо для вас алкоголь важнее, либо чувства вашего молодого человека для вас не так важны. Что касается измены, из вашего сообщения я не очень понял, так была ли измена или нет. И не очень понял, как вы вообще к этому отнеслись. Исходя из того, что вы написали косвенно, я могу предположить, что вы не очень уверены в себе, потому что вы говорите, что он никогда не давал вам повода для ревности. То есть здесь как бы ваша уверенность зависит не от себя, а от того, дает ли вам человек повод для нее или нет. Если при наличии повода, в кавычках, для ревности вы начинаете эту самую ревность чувствовать, то я бы сказал, что вы выстраиваете не совсем зрелые отношения, где присутствует чувство собственничества и желание быть единственным партнером для своего партнера, что является на самом деле не в некоторой степени детской моделью поведения, но самое главное, проистекает от определенной пустоты отношений, ненаполненности их, когда люди взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют только определенными частями, например, гендерной частью или полуролевой частью и так далее. Но не взаимодействуют всей своей личностью или, по крайней мере, ее большей значительной частью, такими как сфера ценностей, сфера интересов, эмоциональная сфера и так далее. Ну, вот. Сфера впечатления обязательно. Сюда тоже идет для полноты картины. Вот. Поэтому все эти вещи тоже нужно рассмотреть. Вы сейчас молодым человеком. Что вас объединяет? Что вас связывает? Какие чувства вызывают у вас то, когда вы смотрите на своего молодого человека? Чего вы хотите для него? Вот просто, чего вы хотите для него? То есть нужно во всем этом разобраться, чтобы ваши отношения были более понятны вам и им. Вот как-то так. Я думаю, здесь можно вам ответить. На этом все. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится, не затягивайте, потому что самостоятельная проблема, скорее всего, не будет разрешена.